Привет, меня зовут Женя, я люблю пиво. В преддверии Нового года мы будем пробовать рождественские эли. Это очень теплые согревающие напитки, которые варятся традиционно зимой. В первый раз их вообще упоминание именно о зимнем, о таком эле, это было пиво, которое варили викинги в честь какого-то из своих богов. Потом, собственно, с приходом христианства подвели все это дело под Рождество. Собственно, мы будем пробовать совершенно разные сорта, то есть тут есть и обычные эли, и портеры, и чего тут только нет, будем все это узнавать. И, соответственно, что? У нас есть три импорта, два российских крафта. Два российских — это у нас Коникс и Маскарад от Бакунина. У нас есть Сент-Питерс и есть Делириум такой со смешным слоником, который, честно говоря, хрен его знает, откуда они. И есть супер смешной жопа Санты. Называется так. Внизу в описании я, собственно, напишу, что мы пробуем. Подписывайтесь и поехали. Привет, ребята, новогодний выпуск. Сегодня Привет. снова с нами Анатолий и Никита. И Сол. и кот Сол, да. Вот это Не махнатое звоните Солу. чудище, ему не надо звонить. Сегодня новогодний выпуск. В связи с этим всем подписаться, поставить лайк, что-нибудь откомментить, как конструктивная критика, деструктивный позитив. Вот так вот. А главное — привлечь 10 друзей. Да. Вот скидка 10% в Спинекер Брю. В Спинекер. Да. Найдете эту пивоварню. Да, давайте. Короче, сегодня будем в открытую бухать зимние эли, которые внизу написано какие. Сука. Начнем, просто скажем свое мнение. Уже нечего угадывать, потому что они все разные, они все не в одной стилистике. Но посмотрим, что из этого дает больше новогоднего настроения. Посмотрим, что будет. Маскарад. Ой-ой-ой, мы начали с интересного что за гуталин? Варианта. Это твой. Это твой гуталин. В смысле? А, мой. Да, это мой. Будет стаут. Какой-то рождественский стаут чувствуется. Что-то не пахнет ничем. Он пахнет к мне многовато. Друзья. Друзья, реально нос не работает. Пора завязываться это работой. Это работает? Это хобби. Что у нас? Это маскарад от Бакунина. Винтер Вармер. Да? Что это такое? Это такой Бакунин. Ресторан? Нет, это пивоварня крафтовая. И бары. Ну, два бара, у них сеть вообще, в принципе, заведений, я так, насколько знаю. Два точно. Слушай, ну в целом... Под брендом Бакунин именно два, да. Не, есть у них не только, у них есть еще киоск, который тоже бакуниновский, этой самой. Открой посудомойку. Мне нравятся эти тактильные баночки. Да, давайте. Попробуй шарики. Ребят, всех с Новым годом. Давай. Да, Генрике. Шершавые шарики. Ох, Никита. А он заявлен как кто вообще? Как стал? Бакунин специальный L4. Ой-ой-ой. Но это для этих самых, слушайте, для эгоистов. Ну, как стал, он, ну, по мне, так неплохо, приятно. К сожалению, мой нос меня поводит. 6,9 крепости, 28. Вот поступают конструктивные предложения. Не столько по кругу пускать. Ну, может быть, Энрике другие какие-то идеи есть. Короче. Прозвучало оскорбительно. Я понимаю. Согласились, да, что прозвучало два раза оскорбительно. Почему два? Ну, про круг. А потом ты развиваешь свою непонятную тему с Энрике. Энрике. Видимо, ты когда-то у тебя детские флешбеки от этого, от человека, который в шапке сидит в помещении, у него детские флешбеки. Энрике, не надо, пожалуйста, Энрике, хватит. В моем детстве таких пидоров не было. Хожу за ними, убираю, пидоры. Энрике какие-то, сидят тут трое. Ладно. Почему трое? Короче, прилично все. Прилично. Не уверен я, что это супер празднично все-таки. Не хватает пряности. То есть он это как стаут это, наверное, да, все-таки? Все-таки ну, он, кстати, стаут, для да. стаута такой сладковатый. Он сладкий стаут, это хороший. То есть вот новогодний, как бы, мандаринчиком закусывать. Нормально. А есть мандаринчик? Я вчера все съел. Сейчас мы сравним. Давай следующий бахнем до дна. С Сент-Питерсом. До дна, я хочу сравнить еще. Слушай, ну кто-то сдох. Просто он как нефть.
Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Там сдохли наши отношения. Портер, давай пошли по портеру. Давай, давай. Это у нас... Мне очень нравится название «Этикетка». Там такой очень колоритный Санта-Клаус и покажется. Как он называется? Санта-Бат. Бат. Да. Он посветлее и... Там что-то портер. Намек или бат-т как-то по-другому? Ну, бут. Бут-т. Бут-т. Это жопа? Да как Ницше, бут-т. Ой, я сейчас как раз книгу про Ницше читаю, да. Про Ницше? Про Ницше. Называется «Когда Ницше плакал». Ну что ты делаешь? Сорян, привет! А ты пиво бухаешь? О, ты немного заебал. Но не принимай близко к сердцу. Бекки это хуя. Подожди, подожди. Сейчас не мы там в кадре. Да она все перенастраивает там. Чего ты перенастраивает там? Все нормально, да? Проверь. Я не шарю, я не шарю. Энрике, проверь. Энрике, ты что, пидор? Так, короче, Никита, мы в кадре, все втроем в кадре. Да, ребята, все. А вот стол там как отрезан? А стол как отрезан. Имеется в виду, ножки видно стола? Вот это пряные ножки. Отрезан здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Да. Ну это значит уже поздно, вот так должно. Чуть-чуть повыше. Хорошо, это все пойдет один раз. Никита, не замечал, что ты такой неприятный, когда пьяный. Все, короче. Я все время неприятный, не только пьяный. Ребятки, блядь, и девчатки. А что надо пить? Я запорол. Второй. Новогодний выпуск все-таки. Новогодний жопа Санты. Нужно бенгальский огонь. Как-то пахнет между ягодиц Санты. У кого уверен? Между ягодиц Санты. Ой, прикольно. Легенько. Он легенький, но он... Можно я из бокала мужа? А, ну, мне кажется, он пустоват. А? Но он это портер. Это... Давай, Жень. Он такой прям это... Но он, опять же, нету никаких этих новогодних ноток там. Да в нем, по-моему, чуть ничего нет. Он какой-то сожгли кислый. Сожгли подошву и просто бросили. Залили ее спиртом. Жеными. Желудями. Каштанами. Жженными каштанами. Жженые каштаны. Я ходил... Жопу сживали. Самый пьяный округ. Я ходил к логопеду. Жженые каштаны. Каштаны. Короче, он там жженый, да, но он не хватает плотности. Как будто он жидковат какой-то, пустоват. Слушайте, предлагаю разбавить эту обстановочку. Голой жопой! Жены, жены. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо, давай! Рейдинг! Я такая, соль. Хорош дергать камеру. Я знаю, как поставить. Чтобы еще были кроссовчики. Кроссовчики. Оператор Алла. Тебе говорит, мед. Дай салфетку, Алла. И скомкай ее, и засунь себе в рот. Ты смотрел мультик «Три кота»? Да. Сколько раз? Про волшебную палочку. Не уверен. Это точно про трех котов было? Там в конце, после салфетки, есть одно слово. Будь любезна. Попроще? Пожалуйста. Короче. Чья-то салфетка использована, но ничего. Там кто-то чихал. Целая. Ну кто-то положил целую салфетку, Анатолий, блин. Лес, пиздец, ты не щадишь. Там... Сибирь рубит, щепки летят. А тебе похуй. Жесть. Жесть себе по карману. Слушай, умол, это говорят люди, которые используют не тряпки, понимаешь, а салфетки, блядь. Тряпки воняют. Особенно после Энрике. Так. То есть мы тебе салфетку дали, чтобы ты рожу протер? Это от шапки просто. Анатолий, ты блестишь. Иди к массажеру. Массажеру. Так, ассистент. Господа, ассистент. Я предлагаю. Ассистент Анатолий. Короче, выпуск получается праздничный. Йо-хо-хо. И хуёвое пиво. Сместить надо. Ладно, что бы ты хотел сказать? Я свое мнение выразил. Оно пустовато, кисловато. И заебато. Как-то ну так. Нет, ржаные корочки. Корочки есть, но они как-то быстро, блядь. Они не плотные, они исчезают, не плотные. Да. Они, такие, не плотные в сравнении вот с этим. Да. Но, мы но сейчас... в целом оно неплохое.
Ну, не знаю, ну, водичка такая. Поехали, Коникс, давай, давай этот напоследок оставим. Ты в правильном порядке? В том, в котором мы хотим это выпить? Ну, я думаю, да. Просто мне кажется, что вон тот, оно... Мне просто... А можно блевать в правильном Честно порядке? Говоря, Коникс, все, что я не пробовал, мне не очень захотелось. Мне тоже не очень. Это вообще отвратительная вещь. Я вообще первый раз, что за Коникс. Это такая связано? Полукрафтовая пивоварня такая. Питерская, но она уже, да, она уже набрала обороты, и поэтому... Очень неприятное варит название. И льет из одного чана просто. Ребята, я вас прерву, извините, вы вот эту лампу ебанули, просто все, все красный. Это наш стиль. А, окей. Шлюши и выпуски. Что-то представил. Мы как-то снимали выпуск, пришла тетка с этажа сверху и сказала, что мы порно снимаем, когда увидела эти лампы все. Ну вообще я с улицы так и увидела. А, ну. А ты с улицы сейчас? Ну я шла с чифом гуляла и как будто порно было. А тут не светит почти. Никит, ты бы видел, как это смотрится с внешней стороны, ты бы... Давайте, эгегей. Поехали, третий. Третий праздничный, так, светленький. Чем пахнет, да. А мы прям по нисходящей идем. Прям в осветление, да? В осветление, да. Ну, Санкт-Петербург, кстати, очень... да, прозрачный, судя по всему. Вообще какой-то очень сладкий просто какой-то, ну... Запах? Компот. Нет, ну... на вкус. Блять, хочется, знаешь, так сказать, это Коникс. Компот. Реально компот. Он вначале очень карамельно-сладкий, приторно-сладкий карамельный, а потом уходит просто в никуда. В детском садике компоты, знаете, давали? Пустоту. Да, днище полнейшее. А, жалко, что нельзя бить посуду. Блять, ну это я даже... Ну реально просто... Так себе. Нет, Жень, так себе это вот это. Отстой, да? Да, да. Интересно. Сладенько, да? Ну я и говорю, говно. Но оно сладенькое, но оно такое... Возьми бокал. Не это пиво. Сладенько, но ты как бы пьешь, и потом шашлык. Какой? Хуёвый. Капсон. Оно вообще послевкусие отвратительное. Оно вообще отвратительное. Короче, оно... Я не скажу, что это прям совсем говнище, которое нельзя пить, но оно вначале очень приторно-сладкий, потом оно пустое, и в конце вот остается вот здесь вот... Короче, третий вариант вообще не... Да, это не пиво. Сент-Питерсу. Он меня тоже, вот последнее, что я у них брал, это был портер, Палм Портер. Мне очень тоже понравился. Синий этикет. Синий этикет мне очень не понравился. Он очень сладкий, очень приторный был. И вообще, ну, я ожидал от него большего. А этот тварь мне не понравился. И я, когда ты берешь дорогой алкоголь в ленте, всегда возлагаешь на него надежды, а он... А он пидор. Да, Энрике. В ленте. В ленте Инстаграм. Тебе побольше, тебе понравится. Если что, я блевану на тебя просто. Кстати, этот я брал не в ленте. Это я брал в каком-то магазинчике крафтового пиваса. Эгегей. Давайте. Не надо так громко делать. Женя, у меня вопрос. Как долго ты собирал все вот эти пивные штуки? Слушай, очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Начал я это делать еще во втором классе. Не, на самом деле, какие-то из этих сортов, ну, именно рождественские, я собирал долго, потому что их пишут. А, ну все, хорошо. Их... Печатает? Читает. Короче, их начали завозить поздно. То есть я начал их собирать еще в начале ноября. Я взял первые два, это вот этот, и все, и вот этот, а потом, я не хочу туда смотреть, я хочу с тобой общаться. Ты должен контакт с аудиторией. Я не хочу. Я тебя спросила, вот это камера. Ну это очень глупо говорить в камеру, мне хочется общаться с тобой. Короче, последние три я купил буквально на вот прошлой неделе. А эти я купил две недели назад. Просто потому, что именно... Весь этот путь собрать 15 бутылок. А, весь этот путь... Я аккумулирую энергию всего мира. Блин, ну это сложно. Если бы я задался целью, я могу за день это сделать. Но я просто по... Ну как, по мере... Давайте подытожим. Все пиво продают у нас в Санкт-Петербурге. Продает? Да, оно все продается в Санкт-Петербурге. Я никуда не выезжал за ним. Просто хуёвый вопрос. Нет, вопрос о самом... Просто завали ебало. Собака или на тебя другая собака? Короче,
собрать его несложно, кроме вот сезонных сортов, которые рождественские. Сезонные, они не всегда есть. Чёлку причеши, говорю. Извини. Гример тут зашел. Я вас контролирую, почему вы же неуправляемые? Да, стадо. Короче, что вам насчет Святого Петра? Это, кстати... А, возможно, это... Решение, да? А, Энрике, блядь! Ну, теперь ты, Энрике. А, пидор конченый. Я не писался. По-пацански одену. Тогда, не-не, на кончик. Гопник еще из Купчати. Это так тогда, что пушит вот так еще торчали, да? Я один без головного убора, слава богу. У меня один вопрос. А почему все новогодние сорта темные? Они изначально варились как-то пряные, они должны быть теплые. Дворников запустил к нам. Михалыч, ты что тут, ты что пришел? Ты шестнарь перебрал, блядь, на Ниве? Или что ты тут? Шестнарь, да, на Ниве перебрал. Я не пойму. Бухает он, блядь. Ля, мне задают интересные вопросы, я хочу интересно на них отвечать, а мне не дают. Интервьюеры, блядь, разошлись все. Да, просто заебешься. Короче, почему? Я с Александром это можно с тобой чем будет долгие. Спасибо, бро. Да ничего. Очень красивая шапка. У друга. Короче, почему темные? Потому что они должны быть изначально крепкие, должны быть согревающие. А, ну, лагерь согревающий. Окей, не крепкая. Как так вышло? А ты уверен, что вот первые два не крепкие? Вот этот, например, первый. Первый крепкий, согласен. 6,9. Хороший. Мне он второй у нас получается 6. Тоже я не сказал уже бы. Уже такой, на грани, знаешь? На грани. Третий. Третий залупа, поэтому 7, там не написано, блядь. 7. Вот в этом говне 7. 7%. Вот это тоже 7, извините меня. Извините они меня. Ощущаются. В смысле, то есть просто спиртяги налить побольше? Спиртяги не льют. Ну блядь. Окей, там, что там происходит? Что это блок в развенчание мифов. Не льют спирт в пиво. Это не рентабельно. Тебе сначала надо сбродить, выгнать. То есть это сколько... Все, ты испаришь весь этот спирт. Стоимость этого... Нет, не в этом дело. Ты, даже если ты в готовое пиво хочешь добавить спирт, это будет дороже, чем сбродить спирт изначально. Испаришь. Что за богохульство? Испаришь, сука. Почему все говорили, что в Балтику девятку добавляют спиртягу? Это байки. Потому что... Из хлеба. На НТВ, помните? Байки из склепа. Байки старых пердунов, которые помнят, те тоже Булевская. Это спонсор моих 280 футболок. Ты ж, блядь, богач, конечно. Да. 280 футболок. Короче, это все байки. Мне бесплатно дарили. Цифр на калькуляторе нет. Саша, спасибо за футболки. Саша. Я когда на калькуляторе считаю, у меня на 193. Мы сделаем спинекер брю футбол специальный. А, супер, я за. Короче... Джиу-джитсу! Я не понял сначала, что происходило, блядь. Слишком долго он это делал, блядь. Это обманный был маневр. Бросок кобры. Эффект неожиданности просто пропал. Так. Ну что, мы четвертый, пятый будем или... Давай, нет, четвертый. По Санкт-Петербургу. Зачем чуть-чуть? Че по Санкт-Петербургу? Да ничего, какой-то она тоже... Я, кстати, везде ожидал какой-то, ну, пряности, корицы, вот что-то они такое. Они все какие-то очень сладкие, блядь. Может, это по-новогоднему, конечно, но вот первое самое такое интересное. А остальные прям компот. Давайте какой-то. Я пока разолью. Я не знаю, если кому-то компот нравится, welcome. Делирию. О, компот, это и мы еще до сауров дойдем. Ой, ну не говори про сауры, как про компоты. Что за сауры? Кисляки. Давай вот не, так, не так. Сразу. Нет, не кисляки, так как раз не компот. То сейчас что-нибудь переживаю. Да ничего, все равно за шуталки не очень. Три пятерки? Нет, это ноунейм. Что там вообще за хуйня? Какой ноунейм? А, 6-0, это Nike. 6-0 Nike? Да. Я как скейтер. Ты гейтер. Йоу-йоу-йоу. Я не знаю, что у меня вообще на голове. Мне просто... У меня дочки идут залупа. Все головные уборы. Вот ей что на бошку не наденешь, и все идет. Узкая голова. Возможно. Мне ни хера не идет. Вообще ничего. Я вот как гиблан. У Ксении есть такая история. У нее все головные уборы и шляпы, и очки все идут, блядь. Я все время из-за этого это... Комплексуешь? Нет. Ты не комплексуешь. Поражаюсь. Правильно. Ты только посмотри дату выпуска. Что там у них?
Вообще должны свежие быть, да? 21-е? А, нет, это до. Там говно. А, это опять говно какое-то. Друзья, я разочарован в этом выпуске, я ухожу. Я мухожу. Когда там надо говорить? 31-го, 23-59? Да, короче, походу в июне оно выпускалось. Ну, еще не. Женя рискал все пиво и потратил кучу денег. Хоть проявить уважение. В общем, мы скидываемся. Ну, тогда хотя бы проявите, будет там почему-то. Короче, я к тому, что вот это все 4, оно сладкое, какое-то компотяра какая-то. Слушай, ну, кстати, вот это... Короче, новогоднее настроение у меня только Бакунин, на самом деле. То есть, Никит, ты первый. Маскарад. Никит. Маскарад, да. Согласен. Вот оно действительно... А ты последнее это, нет? Оно и пахнет, интересно, такой плотной мочой котом. Короче, ой, он очень такой, даже... А, кстати, знаешь, сколько здесь алкоголь? Сколько? Очень много. В последнем. Очень много. Десяточек. Да. Оно прям, вообще, когда делаешь глоточек, когда прям чувствуется, что в нем десяточка. Я чувствую только, что это компот. Компот. Нифига. Так, бро, ты слетел с катушек. Нифига себе компот. Да! Ты так это представляешь? А как сейчас слетел? Типа как я слетел с катушек. Ты можешь вести себя сейчас как обычно. А когда мне необычно вести себя? Когда я трезвый? Да. Алый сел. Догоняй, ребят, я вас догоню. Подожди, я это сниму, подожди. Все равно это... Короче, ребята, всех с Новым годом, с Рождеством, со всякими. Энрике, привет тебе. Энрике, йоу. Жопу не долбись, это вредно. Здоровье. Бро, жопу не долбись. Где долбись, это? Мне не понравилось. А я при чем? Сука. Кузьмич, сука. 7 января. С Рождеством. С Рождеством. И с моим днем рождения. У тебя тоже 7? Да, тоже 7. О, поздравляю тебя. А что, это выпуск рождественский был? Да. Новогодний, на самом деле. А я хотел бы одеться снежинкой тогда. Энрике, кем ты мог только одеться? Черный снежинка. Амасевич, Нелич, Тарат, Тарат. Ну, это не делают. Где шорты там вот эти? Амасевич. Короче, ребят, всех с Новым годом. В следующем году... Крепкий алкоголь все-таки дал о себе знать. Я решил ворваться в кадр. Да. Увидимся в следующем году. Новые дегустации. Снова в закрытую и так далее. Снова в закрытую, в открытую. И с голым торсом. У нас с Никитой будет пресс. За Женю мы не ручаемся. Меня не будет. Показывай. Это не новогодний контент. Подарок всем. Не все не в фокусе. Все не в фокусе. Чтобы было в фокусе, надо здесь показывать. Размытая там вот Алла. Там экспозиция? Там экспозиция «Новый век русских прессов». Да. Все, ребят, всем пока. Мы продолжаем квасить дальше. Новый год. Давайте, были рады запустить всю эту историю в этом году. И надеюсь, что в следующем году мы станем еще веселее. Черт подери. Меньше унылых ебал. Энрике.